Есть лестница, она состоит из ступеней, да, и состоит из несущей конструкции, которая представлена вот таким вот двутавром. Двутавр можно построить очень легко. Мы сначала простраиваем линию, ну вот она, линия моей лестницы, да. После этого я применяю модификатор sweep. Кстати, ребята, тоже приятная такая фишка, как быстро находить модификаторы. Можно его искать вот так вот в перечне, ну, самостоятельно, да, а можно просто нажать на клавиатуре две первых буквы названия модификатора, и вы сразу же попадете на этот модификатор. Sweep. После этого указываем необходимое нам сечение. Поворачиваем. Нам нужна вертикальная ориентация двутавра. Повернем его на 90 градусов. И задаем нужные параметры, то есть высоту полки, высоту, ширину самого тавра. Тут даже есть радиусы. Вот. И получаешь вот такой вот двутавр быстро.